Всем привет! Вы на канале Лол Снежинка. И сегодня мы будем снимать новое видео. Не забудь, пожалуйста, подписаться на наш канал. Под этим видео ты увидишь красную кнопку. Нажми на нее и не забудь про колокольчик, чтобы получить уведомления о наших новых видео самым первым. Мама, ну долго еще? Нет, недолго, доченька. Вот мы и пришли. Здорово, это же этот магазин игрушек, в котором я и была. Да, ты пока иди выбирай игрушки, если тебе надо будет помощь, зови. Но не забудь, ты должна не игрушки выбирать себе, а подготовиться к школе. Взять платье к школе, второе запасное, тетрадки, ручки, цветы учительницы и сумочку. И потом я тебе, может быть, еще что-нибудь куплю. Спасибо, мамочка. Ой, чуть не забыла про корзинку. Так, как же мне эту корзинку дать? Ой, получилось. Так, вот так. Для начала я выберу себе платьишко. Странненько. О, вот школьное платьишко есть. Интересно, оно на меня подойдет? Не знаю, нужно проверить будет. Положу в корзинку. Ух ты, а тут еще какое красненькое школьное платье. Я его тоже хочу примерить. Надо его сейчас будет как-нибудь отстегнуть. Так. Так, сейчас я пойду и примерю вот эти вот платьишки, которые я взяла. Мама, я в примерочную. Давай, доченька. Мам, ну как и тебе? Очень здорово. Это платье прям подойдет тебе к первому классу. Здорово. Но там есть еще одно платьишко. Но мне нужна резинка. Так, вот тут у нас есть резинка. Все, я пошла одевать следующее платьишко. Оно мне тоже очень нравится. Мам, ну как и тебе? Здорово, доченька. Оно тебе как раз на вырост. И оно мне тоже очень нравится. Ладно, я побежала переодеваться в свое платьишко и собираться дальше. Как же стало невыносимо в этой маске. Ладно, пусть она снимет. Детям можно. Ой, спасибо вам большое. Доченька, не забудь взять дневник и тетрадок. Две для русского и математики. Хорошо, мама. Так, возьму вот это. И вот это. Как раз за счет по математике тетрадочка завалялась. Отлично. Теперь надо выбрать цветы моему первому учителю. Какие же цветы выбрать? Эти или вот эти? Мама, помоги выбрать цветы. Не знаю даже, доченька. Все цветы хороши. Сейчас пойду посмотрю. Ну, не знаю. Мне кажется, твоей учительнице будет приятно получить подарок вот эти вот цветы. Они такие большие и красивые. Я тоже, мама, так думаю. Вот видишь? Тогда давай берем эти цветочки. И убери себе эти две красивые ручки. И пошли на кассу. Я тебя жду на кассе. Хорошо, мама. Тем более, что я уже все купила практически. Ой, мама, мама, мама. Что такое? Вещи пропали? Нет, мамочка. А как же... Мой портфель. Точно. Возьмите ту сумочку. Хорошо, мама.
Так. И вот так. Полная тележка товаров для школы. Во, сколько товаров. Посчитайте это все, пожалуйста. Хорошо. Так, посмотрим. Цветы. Это раз. Дальше. Две тетрадочки. Две тетрадки. Плюс дневник. Ой, сколько же вы много набрали. Прям в школу полностью решили в нашем магазине собраться. Конечно. А чего тянуть-то? Так, тут еще есть платьишко. Два. Ручечки. Сумочка. И все. Отлично. С вас 5000. 5000? Почему так много? Это еще дешево. Ладно. Сейчас я вам дам ваши 5000. Сейчас из кошелька возьму. Ой, как же цены дорожают с каждым годом. Все больше и больше приходится платить за каждый констоварный день. Или собраться в садик, или в школу. Можно сказать, не одно, так другое. Вот ваши денежки. Вот. Сейчас я вам их положу. Так. Спасибо. Удачного дня. Хорошо. И вам удачного дня. Сейчас мы соберемся, дочка, и пойдем домой. Мама, что такое, солнышко? Ну как, что? Мы же не купили мне игрушку. Я собиралась, а игрушки ты мне не купила. Ну ладно, иди выбери еще игрушку. Только постарайся, не очень дорогую. Но только если я его тебе куплю, да, наверное, хорошо учиться. Хорошо, мам, я посмотрю себе какую-нибудь игрушку. Ой, а может мне наушники купить? Так, примерим-ка. Ну, я бы не сказала, что они мне нормальные. Нет, это лучше в другом классе куплю. А пока я себе лучше куплю вот эту милую пандочку. Вот так. С вас 500 рублей. Ой, какая хорошая игрушка. Держите. Спасибо. Вот так закончился мой поход собирать меня в школу. А ты когда собирался в школу? Напиши об этом в комментариях. Пока-пока!